Объявления о продаже внутренних органов появились во всемирной сети. Сколько стоит приобрести почку в интернете, узнаем из обзора Айгуль Жамаловой. Коллега, слово тебе. Спасибо, Арстан. Да, в интернете новая волна объявлений о продаже человеческих органов. Правда, пока только в сегменте Рунета. Примечательно, что желающим избавиться от ненужных внутренностей примерно от 18 до 29 лет. В основном продают почку, печень или часть печени. Самая высокая ставка – 50 тысяч евро. Но если поискать, найдутся варианты побюджетнее – за 5 тысяч евро. Потенциальных клиентов люди заманивают справками о крепком здоровье. Один из авторов подчеркнул, что полное обследование прошел в Астане в Национальном научном центре онкологии и трансплантологии. Примечательно, что люди открыто публикуют личные фотографии и контакты. Многие пользователи усомнились в правдивости таких объявлений, потому как авторы публиковали их на малопосещаемых сайтах, вроде Trinixi, JoJo и InVivo. Юзеры сочли, что информация размещена просто для привлечения внимания к ресурсам. Мне одному кажется, что это лохотрон. Это однозначно фейк. Объявление по продаже органов на никому неизвестной площадке. Кто их там найдет? Странно, что никто не продает и не покупает мозг. При этом глава интернет-ассоциации Казахстана Шавкат Сабиров уверен, Казнету подобная тенденция не грозит. Он говорит, что в нашей стране люди давно перешли порог бедности, а в казахстанском сегменте интернета совсем иные тренды, добавил глава ИАК. Мы настолько специфичны сегодня, что просто взять и перекладывать его ни на Киргизию, ни на Россию, ни на любую другую страну у нас не получится, потому что мы все-таки живем независимо, и нас интересуют прежде всего все те вопросы и проблемы, которые у нас внутри нашей страны. А я напомню, что вышеупомянутая торговля в Казахстане запрещена законом, в том числе на просторах интернета. Это прописано в Кодексе о здоровье народа. Ранее казахстанские СМИ неоднократно сообщали о тупиковости подобного бизнеса, когда продавцы собственных запчастей оставались и без денег, и без органа, но не имели возможности обратиться в полицию из-за страха угодить за решетку. Арстан? Если так, то это очень странное привлечение внимания к интернет-ресурсам. Спасибо. До свидания.